встретили на борту прекрасную девушку Анну. Анна, хотите передать привет своей семье? Своей мамочке и сыну своему большой привет. Живы, здоровы, слава богу. Тяжело было эти дни? Очень тяжело. Бомбежки постоянные были. Страшно было. К нам же Азов приходили, военные. Все отобрали, документы. Ну, все, в общем. И деньги, и телефоны. У нас ни связи, ничего. Мы уже сколько без связи. А когда наши пришли, какие чувства? Все, мы рады были. Мы очень рады были. А вот с украинским экипажем как общались здесь? Нормально же? Все нормально. У нас все это хорошо было. Все. То есть между людьми проблем нет? Вообще нет. Еще одна примечательная деталь по соседству с российским судном, блокированным в Мариупольском порту. Все это время находилась и украинская команда вот на этом судне «Смарта». Даже своих моряков украинские власти и Азов решили не эвакуировать, несмотря на то, что экипажи друг с другом нормально общаются, прекрасно понимают, какая сейчас обстановка. Тем не менее, просто вот осознайте, да, здесь находится украинская команда, можно было хотя бы этот корабль выпустить, но мина ВСУ плавает также и рядом с ним. С вами был проект Варгонза, специально для вас, подписчики из Мариупольского порта.